Верба. Кто ездил по почтовому тракту между Б и Т? Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постова. Ей больше ста лет. Давно уже она не была в работе и не мудрено, поэтому что она напоминает собой маленькую, изгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась от старую широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящиеся листва спускаются на крышу, на плотину. Нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зашалят. Сколько же ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще тогда, когда он служил у барина во французах, а потом у барыни в неграх. А это было слишком давно. Верба подпирает и другую развалину старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и без зубы рот его похож на дюплом. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думу думает». Оба, старуха Вербы и Архип день и ночь шепчут. Оба на своем веку выдавали виды. Послушайте их. Лет 30 тому назад, вербное воскресенье, в день именин старухи вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил. Кровом было тихо, как всегда. Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полднем. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Тесская почта. И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась в рис и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взбакнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове засияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги. С берега спускался ямщик и шел прямо на него, его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он подбежал к Верби и, не замечая архипа, сунул в дупло почтовую сумку. Потом побежал в вскочил на телегу и, странно показалось архипу, нанес себе по виску удар. Окровив себе лицо, он ударил по лошадям. «Караул! Режут!», Режут — закричал он. Ему вторило эхо, и долго архип слышал это «караул». День через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а архип, во все время следствия, сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха верба днем молчала, а ночью плакала. Дура! думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город. «Где здесь присутственное место?» – спросил он, войдя за заставу. И указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и впереди увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бронил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой Вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки – побледнел, покраснел. «Сейчас, сейчас», — сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники. Забегали, засуетились, зашептали. Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал, «Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, белый мой. Ты иди в полицию». Архип взял сумку и вышел. «А сумка полегче стала», — подумал он наполовину меньше стало. На нижней улице ему указали на другой желтый дом с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате. «А деньги же где?» Послышалось через минуту из этой комнаты Сумка пуста Скажите, впрочем, старику, что он может идти Или задержать его Отведите его к Ивану Марковичу Нет, впрочем, пусть идет Архип поклонился и вышел Через день Караси и Окуни опять уже видели его седую бороду Дело было глубокую осенью Старик сидел и удил Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба Он не любил осени. Лицо его стало еще мрачнее, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду. «Где она?» – спрашивал он Архипа. Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро жалился над ним. «Я к начальству снес», — сказал он. «Но ты, дури, не бойся. Я сказал там, что под вербой нашел». Ивчик вскочил, взрывел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побившись на река, он не ушел от него. А остался жить при Беллице вместе с Архипом. Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней — Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик. «Будет тебе дурить слоняться!» Сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. «Уходи!» И почтальон то же самое сказал. И верба прошептала тоже. «Не могу!» Сказал ямщик. «Пошел бы, да ноги болят, душа болит!» Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на нижнюю улицу в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед старшим на колени и покаялся. Усач удивился. «Чего на себя клепаешь, дурак?» — сказал он. «Пьян? Хочешь, чтобы я тебя в холодную засадил?» «Перемесились все, мерзавцы! Только путают дело! Преступник не найден! Ну и шабаш! Что же тебе еще нужно? Убирайся!» Когда старик напомнил про сумку, Усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха. Не нашел ямщика искупления на нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе. И пришлось бежать от совести в воду, возбудить то именно место, где плавают поплавки архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха верба две тени. Не снибили, они шепчутся. Антон Павлович Чехов. Верба. Читал Джахангир Абдулаев. 1 апреля 2022 год.